Хей, окей, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру под названием Hollow Kings. Блин, а мне нужно было сохранялку пойти сходить. Блин, давайте я лучше схожу, потому что... Я не сохранялся вообще. Вообще не сохранялся. У нас есть ключик же, вот это, любви, да? Есть дверь закрытая. Туда мы с вами сейчас и пойдем. Так, лавочка же здесь где-то. Отличненько. Отличненько. А, нет, наверх, наверх. Да, наверх. Там, по идее, тоже у нас босс, типа. Блин, арена, я не знаю, как мне арену пройти эту сраную. Вот ни в какую арену не идет. Посмотреть. Да. Ключик, ключик. И что, сейчас будет сразу босс? Так, мне вот это 50... То, что я не могу призраков убить ни в какую. Так, сюда проход, выше нельзя. Осмотреть. Существу, подсоединенное к неизвестному устройству. Осмотреть ближе? Нет. Хотя, ладно, давайте. Поглощено. Теневая душа. Быстро нажмите А. Ага, все. Окей, я получил новую силу. И все? Я ж ключ использовал. Разве нет? А, блин, я не тут ключ использовал. А куда мне тогда идти? По идее, если верить, то где-то что-то здесь должно быть. Где еще есть двери? А, и вон где край королевства, видите, тоже что-то есть. Ага. Ладно, погнали до края королевства. А, туда быстро не добраться, ладно, ждите тогда. Так, короче, нашел я это место, башню любви. Вот где она находится. Да, открыть. Так, а там лавочки поблизости нигде не было? Поблизости вообще ни хера нету. Ладно. Внизу тоже, да? Ну, поехали. Ну где-то там. Блин, я не хочу туда идти. Вдруг он мне сейчас грохнет. Ваншотнет.
коллекционер. Нет, пока что. Он не такой сложный. Может, пока банки не такие? Он драться начал. Главное не давать себя коцать. Все? Он мертв? Одержимость. Нифига, тут сразу три гусенички. Карта коллекционера. Чтобы осмотреть... О, чтобы осмотреть на карте текущую область, так... Теперь я вижу гусеничек. Вау, 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 вау. Всё, народ. В этой серии мы отправляемся в поисках гусеничек. Вот как мне туда попасть? А, все, вижу проход. Пипец, тут еще гусеничек. Короче, сейчас спускаемся вниз. Вот сюда, за это идем гусеничкой. Потом через токи наверх, там заберем гусеничку. Блин. Прикольно. Теперь я знаю, где искать этих всех гусеничек. На самом деле босс не очень сложный, если хотя бы немного прокачанный. Ну да, он, ему урона нужно много, чтобы его убить. Так, поехали. Мне нужно самый низ. И там прохода нет. Ауч. Не усмотрел. Так, поехали. Мне нужно вниз. Там еще есть, видите, место, куда я не ходил. Можно туда еще сходить. Так. Это где-то здесь проход. Сюда, да? Сюда, сюда, сюда. Почти в самый низ. Ух, вниз тоже пойдем. Еще ниже. Мне ж сюда, да? Нет, немного выше. Вот это место. Всё отлично. Ох ты ж, ё-моё. Еще одна битва с боссом. Купи мои печеньки. Пойду домой, как только все распродам. А, это тут тот мальчик? Принять вызов.
Мне нужно... А, да. Вау. Тихо. Давай. Ты что, херел? И как мне это доджить? Ладно, уходим. Тихо. Мне нужно было всего лишь один удар. Ну, такой себе. Тело воина, вооруженного щитом и гвоздем. О, нихера себе, Семгут. И Емсгут. Так, теперь мне нужно куда-то вниз. Вниз. Так, там у нас закрыто. Илимся. Так, и что мне делать? Ой, там денежка есть. Наверху. Много денежек. Как мне к ней попасть, к стенечке этой? Да уж. Теперь ходи, ищи, да, их. Там один все равно проход. Там все равно один проход. А не, не один. Точно, я же еще сделал один прорез в улей. Так, хилимся. А теперь нужно думать. Сраку. Нифига, они сюда пролезли. Раза.
Раз, два. Короче, где-то, как я понял, здесь. Гусеничка должна быть. Я ее слышу, но я ее не вижу. Я ее слышу, но я ее не вижу. И нету прохода. Хотя гусеничка тут. Хотя гусеничка где-то тут. И где, блин? Ладно, может здесь где-то, с этой стороны. Я буду искать эту гусеничку. Я ее попытаюсь найти. Так, может она там... Да не, там тоже прохода нету. Непонятно. Нифига это дело непонятно. Ой, я слышу голос и все. Где проход? Нету прохода. Теперь ходи, ищи. О, тихо. Вот что то за участок? Что то за участок? Не понял. И как мне это сейчас провернуть? Сейчас должен враг появиться, да? Эй, челка, дуй сюда. Сюда. Как мне туда забраться? Иди как-то только здесь. Но я ее не смогу достать. Издеваетесь? Я ее достать не смогу. Поев.
Значит, только через верх где-то как-то. И то никак. Боль. Вот снизу можно, по идее, залезть. Но это вообще другая часть. Там нигде не пробежать, ничего не сделать. А здесь у нас вот такая херь. Здесь тоже нигде ничего не сломать, ни пол, ничего. Чего, видите, нету пола, который ломается. А, не, здесь это было. Что? Хилимся. Я сюда что, не лазил? Вау, тише. Ой! Ух, килимся. Хилимся. Оказывается, там еще есть где-то проход. Только его еще увидеть надо. Нигде. Ничего не ломается. Ты у нас что? Тоже ничего не открывается, не ломается. Ну ладно, мы убили коллекционера, в принципе. Ну блин, я просто не выполню миссию. Мне нужно все эти. Может, плевать уже на DLC. Потому что я навряд ли в Колизее уже выиграю. Пойдем на босса. Там далеко до него идти. Побежали. Дело в том, что я хотел на хорошую концовку игру закончить. Но если у нас такая вот фигня сейчас. Ну, я имею в виду, что я не могу ничего сделать. Мне нужно понимать, там... Одно кольцо. Хотя, либо могу. Ну, тогда мы DLC-шки все пропустим. Две DLC-шки, и то пропускаем. Так, Аев. Ладно, давайте валить отсюда. Валим тогда отсюда. О, еще гусеничка. Так, по идее, здесь должна быть кустенечка.
Еще должны быть некоторые NPC, которых я не вижу, не могу найти ничего. Где они все? Где NPC, которых почему-то у меня нету? Или я их не могу найти? Так, ладно, давайте я отправился в земли упокоений. Нужно найти, ну, отдать душу, то что он нам скажет. Гвоздоносец, ты вернулся? Дай-ка взгляну на твой гвоздь грез. Да я так думала, более 1500 сущностей. Гвоздь грез уже так близок к пробуждению. Продолжай в том же духе, гвоздоносец. Не видно мне, что ведет тебе и что дает тебе силы идти вперед. Я буду ждать тебя. Здесь приходи, когда соберешь. Слушай, возьми этот дар для. Как маски. А сколько у меня? О, мне как раз. Да, время пришло для гвоздя грез, как и для тебя, гвоздоносец. Там вам обоим пора пробудиться. Слушай, что ты собрал на надежда, что все еще. Теплица в древнем королевстве, сама суть грядущего. Позволь ей перетечь по тебе и гвоздь грез. Подними же его, гвоздоносец. Пробудись. Пробужденный гвоздь грез. Удержите D, чтобы зарядить гвоздь для удара. Ахаха, да! Теперь... никаких грезам не скрыться от тебя. Ты сможешь разглядеть даже самый темный секрет. Достаточно знать, откуда к ним прибиться. Что будет делать ты, с какой силой гвоздоносец, чьи воспринимания ты узришь. Ха, поступай как знаешь. А я выполнил свое обещание. Пусть время сотрет преступление моего племени, как и преступление этого королевства. Гвоздь грез уже пробудился, а ты все продолжаешь собирать сущности? Неужели я зародила в тебе тягу к этому занятию? Что ж, продолжай. Мне не тяготит ждать и наблюдать за твоими успехами. Возвращайся, как соберешь сущности, и у тебя будет больше нет даров. Но ты докажешь, что ты и есть тот гвоздоносец, который ждал мое племя. Это королевство так и полнит старыми воспоминаниями. И красивыми, и зловещими найди. Так их все, это все было. А теперь мы можем пойти к королю. А ну-ка. Вот, помните, где вражина была? Так он же здесь, да, он здесь. Да, это не он. А где то место? Мне нужно в окрестности дворца. Окей. Давайте фастом. Фастом. Так, скрытый. Скрытый вокзал, да, ведь? Да, скрытый вокзал. А теперь, по идее, я могу уже вызвать этого. Вот с вот этим сразиться. Вау. А я на лавочке не посидел. Тя? Теперь это я... у меня карты нету. Войти. А это был обычный враг, что ли? Я думал, это босс был.
Белый дворец. Ой, лавочка. Могу отдохнуть, ништяк. Ух, тихо. Там пустота. Пустоту я не пойду. Так, где-то сверху, да? Проход. Окей. У меня 5 кусков душ. Так, здесь тоже нифига. Хотя... А, давайте я по-нормальному буду проходить это место. Я просто мог здесь полностью все перелететь. Ага, все понял. Еще один. Так, тогда хилимся. Нифига у него одна тычка. Два урона. Ты что, гонишь, чел? Чел. Это жестко. Так, я зажег какой-то огонек. Так, срез сделал. Или нет, что я не понял немного. Я там подохну. Так, наверх. Собрать энергии. Сколько могу. И скоро стережу закончим. А, я дверьки открыл. Нифига себе лифт. Прохода нету. Здесь тоже прохода нету. Так, по идее, могу в печать еще пойти. Ох, черт. Воу! Ух, ё-моё! Что это за медбой? Что это за медбой? Блин, ну там да, есть слепая точка. Вау.
Ва. Кайф. Блин. Да ё-моё. Да ё-моё! Я не хочу вздыхать. Класс. А нет, фу, души остались, фу. Я же пересрал. Немножко. Не, давайте, короче, на этом закончим, в следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.